Хаюшки, солнышки, с вами Джерри, и сегодня мы с вами посмотрим ролик Валеры Гостера «Стоит ли сбегать от родителей, а чё так сложно?». Что ж, погнали! Всем, Валера, я привет. У меня завалено все сообщениями поиграть в эту игру, но я держался. Но недолго. Держись. Он был убедителен и восхитителен. Будем опять играть Саша Буян, да что ж такое? Парнишку. Скёр. С отклонением в развитии и кофтой задом наперед. Капец, ты долгий. Да блин, надо вступление сделать, что ты? Подожди. Радужные колечки. О, знал я одного такого. Просто нажми играть. Все, достал, погнали. Да, я так и сказал вообще-то. Сидит там, играет метель на козырном геймерском табурете. Я тоже на таком козырном этом геймерском табурете. Андрюха, выходи! Мама, мама, можно мне погулять? Мой друг пришел. Это я пришел. А уроки все сделал? Да, скажи да. Да, все. Андрюха неубедительно. Да. Ой, ну попадос, короче. Да. Двойка? Да там всем поставили. Замечание, плохо вел себя. Чего-чего? Ой, ну попадос, короче. Чего там? Замечание, плохо вел себя на уроке, баловался. Да и хрен да с ним, всем господи. Поставили. А почему месяц, вернее, неделя дальше не заполнена? Почему месяц не это самое не написано? Плохо вел себя на уроке, баловался. Баловался! Никаких гулянок! Никаких арбузов. Вот именно. Вот сегодня не выйдет. Обычная фраза в тюрьме. Если вижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Жесть, по первое число это как? Ну-ка, тут написано как по первое число? Чего? Прямоугольный параллелепипед куб равной площади. Писька с Майнкрафта. Мне интересно. Так, что я умею? Манать ящики. Ну-ка, первым делом. Проверка на куколда. И чё? Да, я могу. Встать на кровать с ногами. На книгу-то задают. Да куда ж ты? Кто-то видел, что я на кровать залез или что? Так, и что, мне нужно сбегать, да? Нет, под кроватью домовой. Кто что говорил там? Кто там такой разговорчивый, не понимаю. Отсюда говорят? Понятно, батёк сидит, штаны протирает. Что показывают? Влажные новости. Вы знали, что Тинькофф Банк сменил название, но... Прости, Валерич, я рекламу мне смотреть... Неохота, прости. Вот я бы показал, как надо. Че бы ты там показал? Нормально переименовали. Ладно. Сюда. Бать, не надо. Давай быстро, 20 приседаний. Пф, как делать нефиг? Раз. Опа. Раз. В смысле чего? Раз? Может тебе учебник подогнать? Два. Ага. Два. Че, обалдел? Четыре. Ага. Пять! Да в смысле пять? Это семь! Пять! Угораешь, что ли, мужик? Пять! И мне 20 надо? Пять! Ну тебе с дивана виднее. 20! Впредь веди себя хорошо! Сила есть, ума не надо! Что у меня есть? Сила есть, ума не надо. Так, надо думать. Если б меня закрыли в комнате с учебником алгебры, что бы я сделал? Ты разве алгебра? Чего? Брусок имеющий... О, не-не-не-не-не-не-не. Спасибо за поддержку, батя. Нужна веревка. У меня есть грамота. За участие в конкурсе... За участие в конкурсе худший ученик... Матика 0 балл. Безделье 100. Худший ученик. Хорош. Ужас. Я бы хотел себе такую грамоту. Ладно, согласен, шучу, не хотел. Про меня. Грамота бездельный года, спасибо. Что там еще посмотреть? Стоп. Что там было написано? У меня есть грамота. Давай. Спасибо за поддержку, батя. Ага. Нужна веревка. У меня есть грамота. За участие в конкурсе худший ученик. Ужас. Согласен, это про меня. Грамота бездельный года, спасибо. Че тут? Два чего? Типа. А, что там еще посмотреть там можно? Написано. Тут что? Арбузная качество комната. Ебанутое. Там маман еще, елки. Стоп. Не. Думал, я не замечу открытую дверь. Да это батя. Пожалуйста, я какаю, мама. Давай бегом на помощь, наш сын куда-то делся! Я в он сырел два. Андрюшка! Я какаю! Андрюшка! Блин! Вот я просрался в этой семье за полгода. Мне что, вообще с комнаты выходить нельзя? Все, успокоились? Ну да, дверь закрыта, конечно. Не все так просто. То есть они походили, поорали и снова занимаются всякой фигней? А если бы со мной реально что-то приключилось? Что если отключить вытяжку? А что если цапнуть арбузика?
За что? Вот именно. За арбуз просто двинули. И пошел, чтобы ни единой соринки не было. Сбегай из дома, Валера. Сбегай из дома. Ноги убери. А, это не соринка, это ты. Извините. Не будешь учиться всю жизнь, мести дворы будешь. Ага, ага, конечно, пизди-пизди, блядь. Пилом-то учебник. Нет, я не домел. Ага, а минус. Нет, я не домел. Пилом-то учебник. Нет, я не домел. Я хочу быть дворником, оставьте меня. Какая-то дверь. Заперто на ключ. А что там вообще? В кладовке нет лампочки. Ну, понятно, там подвал. А нафига я книги могу тусовать? И там его брат. Книги лежат не так. О, Андрюшка, иди мести улиц. Андрюшка, давай приседай. Я здесь плохо полазил. Я что-то не выплываю. Вообще, это вот интересно смотреть. Типы на лугу стоят, что-то. Ага. Это комната родителей. Тут у нас мамина гуашь для лица. В шкафчиках у них. Да что ты орешь, господи. Телфор смотрит на зеленую траву и орет. О, сейф. О. Головоломка с кубиком Рубика, что ли, что-то. Отобразить название цветов. Ха, это же головоломка для Андрюхи. Это идеальная головоломка для Винди. Тушки, образить название цветов. Ха, это же головоломка для Андрюшки. Да, да, да. Малиновый пиджак и платье. А батя... Оказывается, Валера Гостер все-таки знает Винди. У меня мафиозник, конечно. Ключи от тачки могу. Я что, могу на тачке свалить? Я на Бали, меня все заебли. А какие-нибудь полезные предметы для побега будут? Ой, а я вижу вейп и... Хорош. Повезло ему. А могу продырявить им эти штуки, чтобы у меня был братик? Подожди, это не вейп тогда. У Андрюшки травма теперь. Батя, комната ужас. Не надо было, не надо было лазить в тумбочке родителей. Фикса. Все, что нужно детям знать, смотреть телек, не мешать. Я получил ремня, и я замотивировался не учиться, а действовать более скрытно. Блин, Валера так это идеально сделал, эту мелодию, я думаю, я тоже так буду делать. Пожалуйста, пусть у тебя уши будут ужасными. Я тихонечко здесь пороюсь просто. Б. Вы с места? Да я поглаз... Метлу в руки и пошел! Сэр, я сэр, не иди на соринки, сэр. Сэр, да. Сэр, докладываю, все соринки уничтожены, сэр! Пивом за учебник! Сэр, я сэр! Я не понимаю, я пока не вижу никаких возможностей. Давай, давай, давай! Да что давай-то? Меня? А занавеску-то дернуть можно? А? Да какой? А, она бесшумная! Беги. Да. Она заставила его теперь полы мыть. Ситуэйшн. Ситуэйшн. Куда помыть там? А чё у вас так грязно? Вот, а представьте, если бы я хорошо учился, что бы? Мать, почему ты не убрала кухню? Было бы. Как свиньи бы жили с грязью? Спасибо, скажите. Всё! Мимо! Реально, вот, всё мимо и на пол. Может, нахрен всё это, просто в дотан зарубиться? Он чё, реально рабочий? Андрей плюс год рождения. Как я там узнаю пароль. Свой же год рождения? Я же двоечник, конечно. У меня есть лампочка. Лампочка сейчас в кладовку. Ставлю и все. О, возраст 8 лет. Опа. А, это в 10 году. Значит, просто 10 отнять 8, я родился 2. Ну, вы поняли. Значит, Андрей 2002. Про-киллер. О, заебись. Так, и что, тут не густо. Одна только игра, я вижу. Ну-ка, что, смотрим в браузере. О, нифига себе, это я. Валера Гостер, Куплинов, Плей. Топси, Винди 31. Хорош. А что, реально так выглядит? Батю можно скамить здесь, я так понимаю. Ну-ка, что по музычке? Drum and bass. Что drum and bass, мам? Вот это расколбас. Ошибка появилась. Ты что, потанцевать? Разве тебе не ясно было сказано? Это лупят под drum and bass. Гробят талант. Вдруг я танцор. И что мне делать, чтобы не получить по жопе? Ой, это мой шанс. Кстати, только там по жопе. Был кубик, вот, кубик Рубика, это, скорее всего, пароль к тому сейфу, наверное. Ой, это мой шанс полазить по кухне. Я бы не заметил, только если бы он кадр увеличил. Только на кухонном есть ручка. Это какое-то унижение других окон. А то он реально вышел в окно. За пределами я сбежал. А куда там матч сейчас будет. Бля! Здрасте. Я окно мыл на кухне и вывалился. Ошибка в проекте подключения к интернету. Каждое падение, это когда упал. А, кстати, почему он не может просто сбежать из дома? О, мне нужен план. А то в голове как-то пусто, в доме чисто, жопе больно. Я здесь что-то пропустил. Да, да, да. Вот, например, стиральный порошок. Вот он мне не нужен, но я его заберу, потому что я вредный. Антижир? Вот это вот ядрёная хуйня. Я реально собираюсь просто убираться? Я владею кунг-фу-шваброй! Какие еще средства уборки я могу найти? А что, дверь открыта?
Ёб, никаких стоять, смотри, учу уроки. Значит, объем куба. На нахер. А вот Билл Гейтс, например, тоже был двоечником. Тщательнее, не халтурь. Ладно. Вау, он что, не приклеен к дивану? Батя, как так? Ты покинул пост. Ладно, электричество экономим, телек вырубаем. Бутеры без просмотра. И батя такой, я смотрел. Найс. Вообще пивком полирнуть? Не, ну сейчас не ремень, сейчас смерть. Ты сожрал мои бутерброды. Эти футболисты телевизора. Думаешь, твой отец тупой? Равный объем фигур равны. Сколько можно повторять? Погиб по причине поел. Да сколько можно дохнуть? Так, пробую, короче, один план, который в голове. Спереть ключ у маман. А у нее нет ключа. Мне нужна губка. Губка. Блядь! Давай вперед из песни! Понял! Мы летим на Сузуки быстрее скорости. Ты что, пол блестел? А как она его так успевает засирать, чтобы ее сыночка корзиночка его подмывала? Ты можешь, тряпка какая. Грязная тряпка. Грязная тряпка. Я постираю. Ну, грязная же. Мне ж потом ей полы мыть. Бежим в комнату. Закрыл дверцу стиральной машины. Стиральная машина. Он тряпку стирает, отстань от него. Пина стирается с закрытой дверкой. Да я же помог да по дому. Да за что? Если нечем мыть пол, в смысле значит, нечем? Будешь мыть унитаз. Нет! Нюхай. Ты чё, совсем охренел? Букет полевых ёршиков мама не оценила. Так, а если написать фейковое сообщение батю, что будет? Брать фейковое сообщение. Приветик, малыш. Иду проверю телефон. Так, то есть я могу его выгонять с комнаты. И немножко здесь пока пошмонать. Толку ничего полезного нет. Блин, он быстро чекает сообщение. Идеальный собеседник, моментально отвечает. Муплыш? Это кто мне пишет, я не понимаю. Это ёпт. Отправить. Давай-давай, бать, общаемся. Опа, кто-то написал. Не кто-то, а Тамара 10 метров. Почему у него это, наверное, там вот этот Nokia 2108, или как она там называется, у них такой рингтон был. Еще немножко время пошариться. О, там фотка есть. Ой, извини, я немного пьян, понимаешь, ты кто такая, красавица? Пикап уроки от бати просто. Сто пудов. Я могу быть твоей маленькой тайной. Опа! Кадрю своего батю, жесть. Андрюша 8 лет, пошлый. Ой. Беги, бля! Отмена операции, мэн даун, так, формула куба, ой-ой-ой. Давай быстро, 20 приседаний. Опять? А, всего 20. Я Давидыч, могу 1000. То есть нужно постирать, забрать тряпку и открыть эту стиралку, чтобы была дверца открыта, да, не спалят, правильно? Заранее свет вырубить, комнату открыть. Экстремальная стирка с Димой Масленниковым, вау! Быстрее! Ага. Успею за... Нет. Открывайся ж быстрее! Нужно срочно. А я не успею, она уже идет. Ныкаюсь тут, ладно. Так, постирано, открыто. Меня же не видно за прозрачной шторкой. Опа, Алмалиев, мой нежный гель. Ты даришь запах орхидей. Твою мать, свет. Блядь, а как? А как? Она свет включила. А как вы нашли меня за прозрачной шторкой? Я же спрятался. А тут прикольно. И сложнее. Шо ж, ну, хочу сказать честно, реально, ролик крутой, он достаточно сильно похож на другие. Четыре, головоломка для Ангуши, тебя хочу увидеть реакцию Витя. Ага, Валера и Андрей, это просто лучший дуэт, согласен. Наибольшие подсказки по прохождению. Комната игрока, есть кубик Рубика, который должен накрывать сейф, да, в комнате родителя. Можно найти фонарь-лампочку. Сидел, угорал, аж весь дол. Дом слышал. Гена, давай бегом напомнить на сын, куда-то делся. В коголовонку от груши верно подмечено, согласен. Большое спасибо Саше Буяну. Саша Буян там вообще отдельный мем. Упал, вставай, упал, упай, чукупай. Так. Валера, смотри, нужно позвонить. Дверной звонок и спрятаться. Ага. Ахахаха, это головоломка для Андрюш. Головоломка для Андрюш. Да, тут все как бы как бы все пишут, что это как бы головоломка для Винди. Да, потому что Винди у нас болеет дальтонизмом. Что ж, в общем, вот такое видео мне. Такое видео, все пиздец. В общем, вот такое видео мне очень понравилось. Мне реально действительно зашло. Так. Вот.
Очень клевое видео, мне понравилось. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, всем пока.